Тамара да болдым. Бізге өзіміздің татар мәктебі керектілерді. Нешесен? Көп жерде татар тілін сақлау үшін мешітті жүнді воскресінен школы деген әйберлер ештіралар. Шуға көре біздің қадырын білмейбіз. Біздің Татарстанда өзіміздің тілімізді, ғырып-ғадаттарымызды үйренерге бүтін шартылар бар. Шетте тұрған татарлар, біздің бет 30% татарғына Татарстанда тұра, қалғандары шетте, міне аларға бегау. Шуға көре бұл мәселеде біз аларға ерден көрсетіп жүрміз. У нас разных форматах, на разных площадках проходят встречи. Ну, наверное, такая встреча очень нужна в преддверии серьезного события в истории нашей республики. Мы выбираем парламент. Ну и вообще встреча нужна, потому что мы живем такое непростое время, и интересное, и достаточно сложное. События, которые происходят в мире, они все равно касаются в том числе и нас, каждого из нас. То, что сегодня есть определенные намерения определенных стран принизить роль нашей страны, конечно же, мы, молодежь в том числе, не можем с этими позициями согласиться. Россия – это держава, и наш президент Российской Федерации четко выдерживает все эти позиции, опираясь на поддержку населения нашей страны. Ну, и мы сами понимаем, что наше благополучие в сильной России, в сильных субъектах, в красивых, удобных городах, населенных пунктах и в конкурентной экономике. Не секрет, что для того, чтобы быть сильным, надо быть самодостаточным. Для этого нужна сильная, мощная экономика. А сильная, мощная экономика, она невозможна без человеческого капитала, людей, которые как бы формируют всю эту конструкцию. И здесь огромная роль и наше будущее, конечно, молодых людей, которые в том числе вот находятся здесь, пройдет там несколько лет, уже кто-то будет сидеть из вас здесь, а мы, может быть, вот как здесь вот пожилые ветераны будем фотографироваться с вами, просить возможность сфоткаться. Поэтому все это меняется, и очень важно, чтобы наша молодежь была самой успешной, самой конкурентной. Чудес не бывает. Вот что мы заложим, то и получим.